В очередной раз наш регион был отмечен на Международном экономическом форуме государств-участников СНГ дипломом в номинации за реализацию комплекса мероприятий по повышению эффективности деятельности и финансовому оздоровлению. Было удостоено Наринмарское ТП. Подробности у Елизаветы Кабановой. Ежегодно, начиная с 2014 года, окружная столица принимает участие в международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить». В этом году дипломантом стало автотранспортное предприятие Наринмара. Комплекс принятых мер позволил не только улучшить финансовую ситуацию учреждения, но и сделать наш город привлекательнее. Прекрасно видно, да, в городе о том, что появились новые автобусы, низкопольные, приспособленные для лиц с ограниченными возможностями. На конечной остановке морпорту построено новое модульное здание, которое стало приятнее и для жителей города, которые приобретают билеты на месяц, и для самих, как водителей, для отдыха. Данная площадка позволяет муниципальным образованиям обмениваться опытом и перенимать интересные решения для развития города. Одним из самых главных преимуществ является не теоретическое применение, а практическое. В самом МАГе создана электронная библиотека лучших муниципальных практик, которую можно посмотреть на их сайте. И в дальнейшем каждый город, который участвует, да и любой другой город, может взять эту практику и ее внедрить в своем городе, то бишь это дает не то, чтобы, как сказать, общественное признание, а именно о том, что вся наша работа направлена на улучшение жизни горожан в городе, чтобы эта жизнь стала комфортнее и безопаснее. Начиная с 2016 года практики из нашего города становятся дипломантами. У нас перенимают опыт другие муниципальные образования. Например, в привлечении несовершеннолетних на благоустройство города. Наши подростки каждое лето устраиваются на работу в МБУ «Чистый город» и не только зарабатывают собственные деньги, но и делают столицу нашего округа чище и краше. В свою очередь, Наринмар также перенимает опыт у других городов-участников. По Новгороду я могу сказать о том, что у них была практика очень хорошая по водоканалу, которую в настоящий момент мы пытаемся внедрить в нашем ПОКТС, это цифровизация. У них это отработано, и когда нам показывали эту практику на водоканал, был президент Российской Федерации, там это, ну, у них это все отточено, и вот пытаемся сделать в городе так же у нас, чтобы никаких нештатных ситуаций не было, а если они случаются, то реагирование было мгновенным, чего хочется, и граждане бы, и жители города не замечали. Город может выставить на конкурс только одну практику в год. Среди участников 9 стран СНГ и 87 городов. Данное мероприятие позволяет создать для жителей максимально комфортные условия, исходя из опыта других муниципалитетов. Правильное адаптирование чужих практик под наши условия проживания позволяет сделать из Наринмара город, где хочется жить. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».